13 февраля состоится старт экспедиции на собачьих упряжках. Чтобы рассказать, как проходила подготовка, студенты пили чай с главным мужчиной ПТРГУ. Ребята, мне уже кажется, они уже предвкушают вот это огромное удовольствие, которое они получат от данной экспедиции. Мне кажется, что собралась очень хорошая команда. Ну, в бассейне у нас были силовые тренировки, мы занимались гантельками с такими. В зале бегали, приседали, отжимались. А когда уже поехали в питомник, мы уже стали настоящими каюрами, встали за нарты и уже управляли собаками. Есть одна собачка, по-моему, Кум зовут, она постоянно отбирает рукавицы, и вот ее воришкой называют, и потом отобрать обратно, это требует довольно-таки больших усилий. И я думаю, все собачки там очень классные. Я желаю вам всех успешной экспедиции, хороших, ярких, новых впечатлений. На встрече ректор угощал пирожками и чаем, но почему-то никто не ел. Ну, ЮТВ наверстает. Он с капустой.